Всем здравствуйте, приветствую всех на канале Дачные Советы. Сегодня у нас 21 октября, и в этом ролике я хочу рассадить осоку волосовидную Amazon Mist вот из этого стаканчика. Была она у меня посеяна 5, по-моему, апреля. Тут было 3, в пакетике было 3 мультидрожжа. Посеяла я изначально их в таблетку, и затем все эти 3 мультидрожжа были посеяны в одну таблетку торфяную, и затем я их пересадила вот в этот стаканчик и до сих пор не пересаживала. В дальнейшем, я думаю, она у меня будет расти в саду, но пока хочу рассадить ее вот в небольшие горшочки. Такой вот приобрела я каскадик, и сейчас буду пересаживать. Первый раз. Никогда я осоками не занималась. Первый раз, первый мой опыт, такой эксперимент. Если вдруг эта осока у меня приживется хорошо дома, то, возможно, я ее оставлю в этих горшочках и вот на этом каскадике на постоянное место жительства. Ой, намусорили сразу. Так. Грунт у меня готов. Грунт, к сожалению, не покупной, а свой, садовый. Часто там могут попадать нам вредители какие-то, либо грибковые заболевания, поэтому я обработала предварительно этот грунт. И сейчас рассажу. Сейчас мы разделим на 3 небольших кусочка, на 3 такие маленькие куртиночки. Ой, ну корневая система, видите, какая? Вот, все мощное, все сплелось. Конечно, нужно рассаживать уже. Перед тем, как рассаживать растения, я стараюсь их не поливать, чтобы не очень сильно повредить корневую систему. Но, тем не менее, тут все, конечно, сплелось уже очень хорошо. Придется просто резать. Но надеюсь на то, что выживет моя осока. Очень бы мне этого хотелось. Да, руки запачкала, но еще не развела агат. Агат я здесь применю 100%. Здесь у меня леечка стоит с водой. И агата, как обычно, 0,1 миллилитра. Я так на глаз уже выдавливаю этой пасты. Разводим. И сейчас пойдем. Не знаю, приживутся, нет. Сейчас как раз растущая луна. Я люблю все пересаживать на растущую луну. И сейчас пытаемся вот один кустик прям сплелся корнями. Конечно, нужно было это сделать все гораздо раньше. А я вот все тянула и тянула, тянула и тянула, и вот дотянула. Пока они у меня стоят на балконе, на застекленном, эти растения. Но вот если я сегодня пересажу, вернее, уже раз я их пересажу, я, конечно, их поставлю. Ну, вот здесь уже придется, наверное, отстригнуть. Я их поставлю на подоконник. Уже не буду на балкон, наверное, выставлять. А может быть, и выставлю. Вот эти очень удобные горшочки. Они с двойным дном. Видите, есть отверстие. Лишняя влага будет стекать, так как осоки не очень-то любят застой воды. Вернее, они вообще его не любят. Поэтому будем аккуратно поливать осоку. Так, ну что. Добрый путь, моя красавица. Так, сейчас я ее сразу полью.
Очень мне хочется, чтобы она у меня была красивая, пышная. Давно я хотела заняться осоками, но как-то вот все у меня не получалось. Так. Все придется потом мыть. Вот первый горшочек готов. Ну, это такое предварительная посадка еще. Я еще тут добавлю грунта. И вот видите, какие удобные. Какой удобный каскадик я хочу вам показать. Из трех горшков все компактно и должно быть очень симпатично в итоге. Конечно, когда я еще помою все здесь. Это вообще, думаю, что красота. Так, следующие две куртинки, я думаю, они у меня будут попышней. Вот это вот выросло все из трех мультидрожжей. Хотя я почему их и посадила в одну таблеточку и потом затем в один горшочек, так как вообще я не надеялась, что она у меня вся взойдет так хорошо. Почему-то я думала, что осоку сложнее вырасти, чем на самом деле получилось. Но посмотрим сейчас, как она к пересадке относится. Я первый раз ее высаживаю, не знаю, как она относится к таким вот жестоким пересадкам, где уже и корешки мы рвем. Ну и, наверное, часть корешков я все-таки срежу. Так, вот удалю то, что у нас тут уже сплелось. Думаю, от этого она очень сильно не пострадает, так как она у меня в горшочек просто не входит. Поэтому вот мне приходится вот так вот ее немножко подстричь корневую систему. Добавила я в грунт, кроме того, что поливаю агатом, я еще добавила препарат 33 богатыря на всякий случай, так как, еще раз повторюсь, у меня грунт садовый здесь. Ну вот, сейчас я ее подсыплю хорошенько, уже после того, как ролик сниму, горшочки подсыплю. Я хотела вот что вам показать. Вот смотрите, какой удобный каскад. Так, и третий горшочек, который сейчас пока в данный момент пустой, будет вот так вот. То есть три вот такие вот красотки у меня будут на одном каскадике. И думаю, что будет это очень симпатично. Когда они приживутся, я обязательно сниму ролик. Вот здесь еще будет вот этот вот пучок. И вот такая красотуля. Вот такая красотуля у меня будет. Надеюсь, что вся приживется. На этом ролик заканчиваю. Всем до новых встреч. Пока-пока.